В целом, как тебе поход на футбол? Что почувствовал? Ну, это были для меня необычные эмоции, так как я первый раз на матче сборной России. И еще и победа, еще и с таким хорошим счетом и очень крутым соперником. И мне очень понравилось, у меня немножко переполняет эмоции, что сейчас увиделся с футболистами. Никогда я до этого их не видел, не был с ними знаком. И сейчас смог так близко находиться, еще и пожать руку. Такие прям переполняют эмоции и даже немножко заплетают в словах, потому что у меня мозг еще не успевает продумать. И очень счастлив, что мог побывать именно на этом матче, именно сегодня. Сборная России большие молодцы, болею. Есть у тебя любимый футболист? Мой папа. Он раньше занимался футболом, и он по сей день является моим любимым футболистом. А в сборной? В сборной нет, у меня все любимые футболисты, я всех. Но очень болею за Захаряна. А вот последний вопрос. Если бы ты вдруг смог в кино сыграть футболиста, какого бы ты хотел сыграть? Самого себя. На какой бы позиции бегал? Правый вингер, наверное. А в России за кого болеешь, если не секрет? В России я болел за МКАР, вот, а из-за свой родной клуб, из-за свой родной город. Какой? Усть-Вам. Пермский край. Спасибо тебе. Да,